Всем привет! Я Анастасия Белеза, профессиональный стилист. И ты на моем YouTube-канале. Сегодня мы будем одевать прекрасную девушку. Какие образы у нас получатся, совсем скоро ты увидишь. А пока напоминаю, как только мой канал наберет 20 тысяч подписчиков, я разыграю 15 тысяч на шопинг. Что для этого нужно? Подписаться, ставить лайки, писать комментарии, быть очень-очень активной. Я выберу кого-то среди вас и прилечу к тебе в город. А теперь пойдем знакомиться с девушкой. Мы направляемся в магазин «Манго». Итак, девочки, знакомьтесь, это Юля. Ей 21 год, она фотограф, поэтому берите себе на заметку. Девочки, первый образ – это платье с цветочным принтом, добавила акцентные аксессуары, сумочка, серьги, заколки, поменяла чуть-чуть прическу, добавила ярких сочных губ под цвет сумочки, и получился такой классный весенний образ, невероятно подходящий нашей героине. Пишите, как вам, куда бы вы надели бы такой образ и смело пошли бы прогуляться. Дала такую маленькую подсказку. Второй образ получился такой игривый, в то же время с характером. Он отображает настроение героини. Я добавила аксессуары в виде ободка и жемчуга. Поменяли цвет губ. Посмотрите, как играет разнофактурность, какие классные сапоги у нашей героини уже были. Как вам такое сочетание? Правда, смотрится стильно, красиво и актуально? Пишите свое мнение. И, девочки, третий образ невероятно красивый, невероятно сочный. Посмотрите, как играют краски, как красиво сочетаются между собой цвета. Он уже получился такой весенний, хочется снять всю верхнюю одежду и пойти в пляс гулять до утра. В общем, наслаждаться именно временем года весна-лето. Поэтому пишите свои комментарии, какой образ вам понравился больше всего и какой вы бы применили для себя. Как вы, девочки, уже поняли, мы подбирали максимально комфортные образы для нашего фотографа. Помимо того, что она фотограф, повторюсь, девушка у нас учится, поэтому хотелось именно какого-то легкости, драйва. У нас это получилось, и хочу услышать от вас ваши комментарии. Какой образ вам понравился больше всего? Какой бы вы применили для себя, для повседневной жизни, либо куда-то еще сходили? Поэтому пишите ваши комментарии. Мне будет приятно услышать как положительные отзывы, так и отрицательные. Поэтому пишите, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про розыгрыш. И все, до скорых встреч, пока-пока!